Знакомо ли вам состояние, когда приступ страха обрушивается на вас ни с того ни с сего? Он может выражаться в панике, нехватке воздуха, вам становится холодно. Вы не сходите с ума, просто сейчас у вас произошел выброс адреналина в кровь. Первое. Сосредоточьтесь на дыхании. Вдох на 2 счета, задержка дыхания 2 счета, выдох 4 счета. Второе. Вернитесь в реальность. Вспомните алфавит или номера телефона близких. Если кто-то с вами рядом, поговорите с ним, но не о панической атаке. Третье. Позаботьтесь о комфорте для себя. Разотрите руки или выпейте холодной воды. Четвертое. Чтобы расслабиться прямо сейчас, улыбнитесь. Сначала это будет оскал, а потом напряжение спадет. Паническая атака не длится дольше 15 минут.